Це улыбку сделать. Подожди поближе. Прямо в упор нужно снимать. Так, улыбнись. Хорошее дело. Дальше так. Теперь ты что-то слушаешь внимательно, такое, как бы внимательно. Телефон тебе звонит. Ну-ка, лицо сделай такое внимательное. Невнимательно, не с места. Ты кого-то же, кто там говорит? Кто? Так. Вот так. Теперь тебе очень больно. Выражение лица, тебе больно, прям больно так. Посмотри. На меня смотри внимательно. Так, хорошо. Теперь две руки подними вот так кверху. Две руки. На один уровень. Ничего, стол не упадет. Сейчас к себе возьми. А теперь вот так опять. А теперь повыше. Нормально. А теперь вот сюда маленько выйди, ногами пошевелить надо будет. Вот видишь, какое послушание у тебя пошло. Садись рядышком. И оттуда нужно стучать будет. Так, ноги одновременно подними и стукни ими по земле. Отлично. Сейчас по переменке одну, потом вторую. Это все будет сейчас в Германии, через несколько минут. Специалисты смотрят. Дальше, сегодня какой день? Понедельник, 2 января 2023 года. Никакого инсульта нету. Это все признаки инсульта, вот это. Ты ничего не должна была это делать. Это у тебя там, может быть, давление какое-то было, все. Да, онемел язык, губы, все онемело, я говорить не могла. Тебе укол не ставили никакой? А? Они укол не ставили тебе? Нет. Смотри, береги себя. Все, мы ушли. Больше ничего не нужно. Ой, подожди, вот, наверное, упало это, я не сдвинул с места-то. Так, теперь меня снимать, двумя руками я поднимаю, ногами стучу. Я каждый раз стучу, чтобы... Он еще не сделать. Ладно, ты меня прости, Христа ради. Все-таки мы с тобой не 2 дня жили. Мне говорят, что ты сильно изменилась, а в лучшую сторону. А ты знаешь, как? А ты помнишь, как я вокруг тюрьмы каждый день ходила? Еще бы не помнить, я тебе видел. Они стрелять я будем, могу, если не будешь бегать. Так, ну все, мы пошли, мы молимся. Сейчас молились вслух. Игорь молится и меня причислил больным. О! Ну и Володя, не совсем ты, ну, все, мы пошли. Сюда. Обстановку покажи вокруг. Где? Обстановку Володя. Какая там? Сестру не направляй туда, а так. Вот так. Ну и все. Холодильник батюшку показывает. Так, все. Тебе холодно, если ты переобразишься туда? Нет. А я падаю, я не могу ходить. Да там тебя какая? Вдвоем, то мы сейчас утащим тебя. Тебя вчера, говорит, 5 человек тащили. Кто руку, кто ногу. А я сознание потеряла, ничего не помню. Ну это бывает такое. Так, да, может перекину тебя туда, там же удобнее будет. И кровать своя, и температура любая будет. Пойдем вместе, одевайся. Мы с Володей здесь двое. Мы сейчас тут под руки пошли. Давай. Любовь Николаевна, низкий поклон тебе, благодарность. Остановиться на этом. Спаси Христа. Одевайся. Тогда остановитесь пока на сегодня. Сегодняшнюю ночь мы также здесь проведем. Почему? Ну, потому что. Ну, как потому что? Это не ответ. Нам, я-то сейчас хожу на ногах. Мы сейчас утащим. Одевайся. Пойдем. Перетащим домой и все. Ну, так я смогу идти. Не надо идти, мы тебя потащим. Самки потащим. Несите носилки. За руки возьмешься, волоком. На носилках несите. Одевайся. Вы не боитесь, что у нее сегодня онемение языка было? Вчера давай. Было, сегодня у меня было. Сегодня онемение языка было тоже. Ну, твое дело. Все, пошли. Мы давайте останемся, пока не будем испытывать.